В спортивном комплексе «Лидер» прошло открытое первенство Славянского района по боксу памяти Владимира Чеховского. Наши спортсмены показали достойный результат. В открытом первенстве Славянского района приняли участие более 70 спортсменов из Краснодара, Крымского и Красноармейского районов и, конечно, нашего муниципалитета. Соревнования проводились в память Владимира Ивановича Чеховского, первого президента Федерации бокса Славянского района. Его память участники соревнований и почетные гости почтили минутой молчания. Я могу увидеть, что такие турниры помогают проявить силовое мастерство на профессиональном уровне. Поэтому и уверен, что этот турнир оставит самое теплое воспоминание о вас, что есть много друзей. Я позволю тогда пожелать вам честного, красивых боев, организаторам прекрасных проведенных соревнований и зрителям этих эмоций. Спасибо. Соревнования проводились в разных возрастных и весовых категориях. Сначала на боксерский ринг вышли новички. Многие из ребят участвовали впервые. Зрители, как могли, поддерживали юных спортсменов. Настрой у всех был боевой. Мне 9 лет, меня зовут Саша. Боксом занимаюсь 5 лет. Из Краснодара. Тренера зовут Максим Андреевич, фамилия Горланов. Приехал с боевым настроем побеждать. К победе ведет длительный и трудный путь через тренировки, преодоление себя, боль и страх перед соперником. Поэтому, как считает главный судья соревнований Виктор Говоров, любые соревнования крайне важны для ребят. Спарринги на тренировках не дают такого эффекта, как настоящий бой на ринге за первое место. Эти соревнования дают мастерство. То есть с маленьких возрастов и начинают они наращивать себе спортивный навык, спортивный бокс. И потом уже время подходит, кто-то дальше пойдет, кто-то на мир, кто-то на Олимпиаду, кто-то дальше. Команда боксеров нашего района была самой представительной. Все ребята – воспитанники спортивной школы «Триумф». Их тренируют Александр Водопьянов, Никита Трофимов и Дмитрий Зубко. Многие из ребят уже добились хороших результатов и являются призерами и победителями не только районных, но и краевых соревнований. Я занимаюсь боксом 6 лет. Уже провел не одни соревнования. Участвовал на краевых соревнованиях 2 раза. На сегодняшний турнир настроен хорошо. Думаю, надо побеждать. Поставленную задачу тренерам побеждать ребята выполнили. В копилке наград славянских боксеров 31 медаль. Поздравляем тренеров и их воспитанников с таким отличным результатом. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».